Опа! Холодно, за счастье он мёрзнет, начиная закрытый. Ну, нолики, нолики. Должен быть динамик, судя по тому флагу. Прием. Термички нет вообще, только динамик маленечко поддерживает.
взять вот, если взять вот эту вот вершину, то можно будет до отеля долететь. Но это для этого надо ее сначала взять. А это вопрос открытый. План такой. Лечу к вершине, обхожу ее с левой стороны. Если высоты не хватает, лечу на хутор и там сажусь. А если хватит высоты, полечу на гостиницу, гладенькая. Слегка придерживает. Да вершину вроде бы как беру. Вон он хутор. Гостиницу не видно из-за вон того хребта. Но до гостиницы я уже, скорее всего, долетаю. Если в минуса дикие не попаду, то на глайде долечу. Летаю вершину. Вон у нас впереди интересный арт-объект с озером. Ну как озеро, лужа, запруда. Вон гостиница уже видно. Хлопнула. Слева от гостиницы поляночка, ветра нет, можно и сесть там, да? Так, как же нам тут заходить на посадку? А вот флажки-то шевелятся маленечко. О, собачки возмущаются. Да и здесь не летай. Так, ну и где сядем? Это вот где-то вот здесь. Справа от гостиницы будем садиться. Вот на эту лужаечку выстриженную. Туда вот. Опа!
Ну, мы сделали это. Я на земле сел возле гостиницы. Как слышно меня, прием? Не слышно.